Выбирая гидрокостюм, мы мечтаем как можно больше кататься. В перерывах между катанием в холодную погоду придется снимать гидрокостюм, а желание продолжать катание или нет будет сильно зависеть от того, насколько легко надеть до конца непросохший гидрик. Для комфортного катания в холоде хватает гидрокостюма толщиной 4,3 мм. Понятное дело, что это не для фрирайда между льдин, а раз так, можно укоротить низ. Длина чуть ниже колен достаточно, чтобы защитить колени и особо не влияет на сохранение тепла. Зато широкое отверстие совсем не мешает вставлять стопу при надевании гидрокостюма. На сильном ветру такой гидрокостюм хорошо сохраняет тепло. Катаясь несколько раз в день и переодеваясь в перерывах, гидрокостюм не успевает достаточно высохнуть. А если придется просовывать ноги в узкие штанины и еще по возможности не давать песку попасть внутрь, то лишний раз не пойдешь кататься. И, конечно, если вы занимаетесь профессионально, то внимание к мелочам часто решает.